Санта-Барбара. Нет, не могу. Сантана, сейчас или никогда. Звоню. С возвращением. А где твой ключ? Я оставила его здесь. Напрасно. Звонок для чужих. Проходи. А это что? Если ты хозяин газеты, это не дает тебе права публиковать всякую чушь. Я ее порву. Си-си. Пожалуйста, верни мне газету. Си-си Кэппелл презирает всех, кем не может командовать. А командовать Джулией и Крузом? Ему не по силам. Им было отказано в доверии. Кэппелл также требует полного и безусловного подчинения от своей семьи. Господи, когда Уоррен наконец поймет, что иногда лучше промолчать? По крайней мере, никто не обвинит его в трусости. Проклятье! Я думал, к началу суда убийца будет найден. У нас уже не остается времени. Доброе утро, Джулия. Лайнел. Доброе. Для кого как? Здравствуй, Дэвид. Можно присоединиться? Джулия. Извините, мне нужно сделать пару звонков. Конечно. Садись. От Лайнела можно ждать чего угодно. Он боится, что в суде ему не дадут высказаться. Хотя, я считаю, не следует заводить Марли и судью. Впрочем, моего совета никто не спрашивал. Я знаю, как ты волнуешься за Уоррена. Я хотел бы помочь тебе. Я ценю это. Кажется, я тоже попаду в газету. Надеюсь, хоть не на первую полосу. Энджела настаивает на разводе. Я пытался уговорить ее подождать до окончания суда, но она хочет начать бракоразводный процесс немедленно. Не знаю, что и сказать. Нечего говорить. Развод — дело решенное. Главное — выбран подходящий момент. Не думал, что так быстро стану свободным. Для предварительных слушаний совсем неплохо. На суде все будет иначе. Не подходи ко мне. Извини. Ничего. Честно говоря, я не люблю ссориться с людьми. Так я тебе и поверила, лжец. Все в порядке? А вы не видите? Простите, Крэг, кажется, я не в себе, вот и набросилась на вас. Извините. Спасибо, что вчера помогли мне. Ерунда. Нет, я обязательно должна взять себя в руки. Прости, я не собирался вновь ссориться из-за Уоррена. Си-си, к сожалению, это неизбежно. Сантана, я убежден, что разница во взглядах не должна мешать людям любить и уважать друг друга. Смотря какие люди и какие взгляды. Ты убежден, что этот человек стрелял в твоего сына. А я убеждена, что Уоррен невиновен, Си-Си. Я не хочу спорить. Я тоже. Я тебе верю, но мне кажется, ты все еще злишься. Возможно, ты прав. Но мне совсем не хочется злиться на тебя. Я все понимаю, но неужели нельзя хоть на время забыть о том, что происходит вокруг нас? Можно. Только как это сделать? Уоррена будут судить присяжные, и им решать, виновен он или нет. Пусть победит сильнейший.
Мне почему-то кажется, что все не так просто, Сити. Ты не представляешь, в каком кошмаре я провел последние несколько дней. Я злился, подозревал тебя, мучился сам и заставил страдать тебя из-за своей подозрительности. Я вел себя нечестно. Ты этого не заслуживаешь. Послушай. Мне не хотелось бы омрачать наши отношения. Давай сменим тему. Размолвка с любовником? Радуешься. Просто любопытствую. Скорее, кружишь, как стервятник над жертвой. Стервятники бросаются только на падаль. Я подожду окончания процесса. Я в жизни никого не ненавидела так, как тебя. Энджела, все знают, что вы с Ораном любовники. А теперь, если я правильно понимаю ситуацию, вы с ним поссорились. Оставь меня в покое, Мейсон. Мне больше нечего сказать тебе. Спасибо. Хватит. Я рассказал про развод не для того, чтобы разжалобить тебя. Просто не хотел, чтобы ты узнала из газет. Я поняла. Видишь ли, решение Энджелы заставило меня пересмотреть свою жизнь. И для начала я устрою пресс-конференцию, на которой сообщу о своей отставке. Почему? Чтобы предотвратить скандал? Отношения Энджелы и Уоррена выйдут наружу, и газеты не преминут воспользоваться этим. Меня это мало волнует, но я не хочу порочить судейскую мантию. Эта история не опорочит никого, кроме Энджелы. В наше время и в нашем обществе внебрачные связи никого не шокируют. Возможно, ты права. Подумай еще раз. Такие решения нельзя принимать сгоряча. Ты прекрасный судья, и твой уход будет большой потерей. Спасибо. Я говорю это не для того, чтобы польстить тебе. У меня есть и другая причина для отставки. Какая? Джулия, я хочу быть честным с тобой. Дело Уоррена очень запутанное. Но я всегда сомневался в его виновности. Ведь и другие желали смерти Мейсона. В том числе и моя жена. А ты понимаешь меня? Лайнел все время говорит об этом. Ты действительно в это веришь? Мы прожили вместе почти 10 лет, и я неплохо знаю ее. Не сомневаюсь. Для Энджелы главным в жизни всегда был я. И это превратилось у нее в манию, а одержимые люди способны на неординарные поступки. Возможно, но это не повод ставить крест на своей карьере и не доказательство ее вины. Джулия, я долго притворялся. Я хочу покончить с прошлым и заняться тем, что мне нравится. И в качестве частного адвоката помочь тебе защищать Уоррена. Почему? Даже если ты уверен в его невиновности, имеющихся улик достаточно, чтобы его признали виновным. Да, улик хватает. Возможно, это и смущает меня, слишком уж много их. Мне это кажется подозрительным. И потом люди, которым я доверяю, ты и Круз, безоговорочно верите ему. Ваша вера просто поразительна. Я завидую ей и хочу сам во всем разобраться. А ты действительно изменился. Да, и интуиция подсказывает, что мне нужно изменить свое отношение к этому делу. Думаю, я смогу помочь тебе. И я в этом уверена. Значит, ты принимаешь мое предложение? Ты позволишь мне подумать? Джулия, помни одно. Я всегда был на твоей стороне. Всю жизнь я заставлял себя быть беспристрастным и объективным.
Ты устал от этого? Я хочу иметь возможность не скрывать своего отношения к тому, во что верю. Когда-то ты верил в закон. И до сих пор верю. Ты уверен, что это необходимо? У тебя прекрасная репутация. Ты вправе сам выбирать дела. Я уже выбрал. А как же Сиси? Как он отреагирует на отставку? Если он мой друг, то поймет меня. А если считает слугой, потому что вкладывал деньги в мою политическую карьеру, сочтет меня предателем? Дэвид, я гарантирую, что он не поймет тебя и постарается отыграться, когда ты решишь вновь заняться политикой. Спасибо за предупреждение. Придется рискнуть, и не единожды. Я устал всего бояться. Что-нибудь еще, советник? Еще один вопрос. Но мне неловко задавать его. Стесняйся, спрашивай. Если бы Уоррен не был моим племянником, ты бы стал защищать его? Возможно, нет. Я уже говорил, меня вдохновляет твой пример. У тебя есть ответы на все вопросы? К сожалению, нет. Есть немало вопросов, на которые я не могу ответить. Джулия, время. Пора ехать в суд. Еще рано. Верно. Но мне почему-то не терпится увидеть, как Кэппеллы расправляются с моим сыном. Мы этого не допустим. Мне пора. До встречи. Пока. Мы? Дэвид хочет участвовать в защите Уоррена. Замечательная новость. Это не моя заслуга. Разумеется. Он разводится и ищет точку опоры. Только и всего. Правда? Это ваше дело. Главное, он хочет помочь Уоррену. Я прав? Прав. Итак, я готовлю свой мозг и дух к тому, чтобы войти в зал суда и доказать собственную невиновность. Все могло быть гораздо хуже. Я мог оказаться на Востоке, в тюрьме, откуда выходят только вперед ногами. Готовишь очередную публикацию? Решил хорохориться до последней минуты? Нет, я вернулся из Москвы не для того, чтобы сидеть здесь в тюрьме. Зачем ты вернулся? Чтобы предстать перед судом? Совершенствуешь свое мастерство? Я должен был высказаться. Только не ты. А кто ты? Разумеется, нет. Тогда кто? Судья? Марли? Или другая газета? Может, Сиси встал бы на мою защиту? Уоррен, хватит. Ты прав, я теряю голову. Никого не интересует правда. Все соблюдают приличие. Видишь название газеты? Я назвал ее так, потому что верю в это. И всегда буду верить. Тебе придется решить, что защищать. Высокие идеалы или свою жизнь? А то и другое нельзя? Шанс есть всегда. Неужели все юристы прагматики? Жизнь среди людей требует определенных навыков. Ты долго балансировал на краю, и до сих пор тебе везло. А сейчас ты на грани гибели. И чтобы избежать ее, тебе нужна помощь, хотя ты этого и не понимаешь. Уоррен, я готов помочь тебе. Но ты почему-то не даешь мне сделать это. Ты злишься на меня? Я профессионал. Прости меня. Мне очень нелегко. Меня впервые обвиняют в убийстве, а я невиновен. Меня подставили. Ты связываешь меня по рукам и ногам. Я не могу выполнить свою работу. Связываю. Повторяю, я не позволю вызвать в суд Энджелу Рэймонд. Только самоубийца способен отказаться от шанса на спасение. Она твое единственное алиби. Присяжные решат, что она лжет, выгораживая меня. Я буду задавать вопросы аккуратно. Никто не усомнится в ее правдивости. Она изменяла мужу. Вряд ли ее показаниям поверят. Я сделаю все возможное для того, чтобы ей поверили. Об этом не может быть речи. Точка. Почему? Я не услышал ни одного аргумента.
Ты спасаешь ее репутацию? Даже ценой своей жизни? Это не имеет отношения к защите. Понятно. Тогда в чем дело? Сейчас я самый главный человек. Твой лучший друг. Ты доверил мне защиту своей жизни и своих прав в суде. Либо я действую по своему усмотрению, либо ищи другого адвоката. Нет, мне не нужен другой адвокат. Ладно. Я скажу тебе правду. Я не доверяю ей. У нее есть собственные мотивы. Я боюсь ее. Тогда позволь мне представить ее суду в качестве возможного подозреваемого. Этого нельзя делать. Я обманул ее, и она ненавидит меня за это. Если ты вызовешь ее свидетелем, меня признают виновным. Я не страдаю манией преследования. Но эта женщина может убить меня. Нейт? Рад тебя видеть, Мейсон. Получил мое сообщение? Да, получил. Но как ты готов к сражению? Думаю, нас ждет сокращенная версия войны в заливе. Быстрые, с минимальными потерями с нашей стороны. Не забывай, Саддам Хусейн все еще у власти, а Орен не должен спастись. Это образное выражение. Я заранее уверен в исходе дела. И мне остается лишь сожалеть, что ты не можешь сидеть вместе со мной за столом прокурора. Но это не помешает нам обмениваться впечатлениями. Поэтому я и хотел поговорить до начала заседания. Есть еще один свидетель. Кто? Энджела Реймонд. Откуда эта идея? Я думаю об этом с тех пор, как в деле Уоррена появилось ее имя. Вряд ли она годится на роль свидетеля обвинения. Выслушай меня. Нам известно, что она единственное алиби Уоррена, но защита почему-то решила не приглашать ее. Почему? Может, они боятся, что ее показания повредят репутации их клиента? Или что под перекрестным допросом ее показания принесут больше вреда, чем пользы? У тебя слишком мало информации для подобных выводов. Верно. По-твоему, я ошибаюсь? Интересно, как она охарактеризует Уоррена. Одиночка, странный тип, подставивший себя вне закона. Любитель развлечений, игрок в карты, не брезгующий чужими женами. Достаточно? Неплохо. И еще кое-что. Мне сообщили, что любовники успели поссориться. Ты слышал об этом? Да, что-то слышал. Но это слухи. Если так, у нас на руках все козыри. Приглашаем Энджелу Реймонд как свидетеля, и с Уорреном все будет кончено. Тогда победа у нас в кармане, да? Так значит, вызываем ее? Это надо как следует обдумать и помнить о подобной возможности. Зачем ждать? Мне показалось, ты не против. В определенной степени. Не понимаю. Просто когда речь идет о такой женщине, как Энджела Реймонд, ни в чем нельзя быть уверенным. У вас плохое настроение? Могу улыбнуться, но боюсь, получится гримаса. Может, выпьете? Это успокоит демонов, терзающих вашу душу. Боюсь, это не поможет. Но все равно, спасибо. Если честно, Крэг, я бы присела. Прошу. Спасибо. Я, конечно, далеко не первый мужчина, который говорит вам это. Но вы... невероятно красивая женщина. К тому же вы умны. Не понимаю, что еще нужно мужчинам. Они должны боготворить вас. Спасибо. Наверное, мне всегда попадаются не те мужчины.
Потому что чем больше я отдаю им, тем меньше я им нужна. О, Боже, я опять ною. Простите, я и так злоупотребила вашим вниманием. Разве я жалуюсь? Нет. Это я все время жалуюсь и жалею себя. Но мне действительно очень плохо сейчас. Я столько лет посвятила карьере Дэвида, и в довершении ко всему теперь мы с ним разводимся. Он полюбил другую. А Уоррен, после всего, что я сделала, решил, что я не нужна ему в качестве свидетеля. Мне кажется, он никогда не любил меня, а просто использовал. Может, вы слишком доверчивы? Я не повторю подобных ошибок. Уоррен должен навсегда исчезнуть из моей жизни. Он сделал меня несчастной. И я хочу отплатить ему тем же, любой ценой. Как в старые времена. Кажется, ты прав. Когда-то я думал, что наша жизнь будет именно такой. Встречи в зале суда, участие в одних и тех же захватывающих делах, иногда на одной стороне, иногда нет. Кэпвелл и Кэпвелл. Кстати, где наша фирменная табличка? Я сняла ее после одной из твоих выходок, но сохранила для Саманты. Как мило, я рад. Мейсон, это не ностальгические воспоминания, это очередная конфронтация. Чтобы обвинить моего племянника в убийстве, ты готов на все. А ты готова на все, чтобы его оправдали? Такое случалось и раньше. Да, я знаю. И это всегда шло нам на пользу. Я не склонна в очередной раз разбирать причины крушения нашего брака. Мы с Кассандрой решили отложить свадьбу. Ты удивлена? После того, как благодаря ей с Уоррена сняли обвинение в похищении, я ничему не удивляюсь. Ерунда. Она предана своей семье только и всего. Мы можем подождать еще немного. Подобная мелочь не может встать между мной и той, кого я люблю. Мне нужно поговорить с адвокатом Уоррена. Конечно. Джулия. Встретимся в суде. Привет, папа. Привет, сын. Я знаю, ты ненавидишь галстуки, но... Потрясающе! Какой вкус! Он идеально соответствует моей карме. Карме? В сумме всего, что ты сделал? Если так, то следующую жизнь ты проведешь в раю. Это все болтовня, сынок. О чем ты думаешь? О том, что ты мой отец. Интересно. Я вспомнил о твоих телефонных звонках. Неизвестно откуда. И как я постоянно жаловался тебе. Школа, мама, бейсбол. Как я ненавидел бейсбол. А ты рассказывал мне про мальчика из королевской семьи. И про его маму. И про другого мальчика, который не мог подружиться с ребятами из своего племени. Я помню. Их проблемы всегда были похожи на мои. Мы думали об одном и том же. И задавали одни и те же вопросы. Их жизнь напоминала мою. Отцовство по телефону. Мне нужно было слышать твой голос. Я представлял, как ты поднимаешься на вершину горы. Прямо к солнцу. Это помогало мне. Я счастливый человек. Как и все в семье.
Слушай, мне не хочется прерывать твои воспоминания, но я должен задать один неприятный вопрос. Не надо, впереди их и так достаточно. Нет, это необходимо. В Азисе я случайно услышал то, что говорила о тебе Энджела Реймон. Она разговаривала с подручным Сиси, кажется, его зовут Крэг. Не важно, что она сказала, забудь. Нет, это важно. Она тебе не друг. Я давно подозревал ее, а теперь уверен в ее виновности. Люди очень часто принимают желаемое за действительное. Уоррен, если бы ты видел выражение ее лица, ты бы так не говорил. Папа, поверь мне, ты заблуждаешься. Она говорила с таким сарказмом. Неужели ты не понимаешь, что она мечтает отомстить тебе? Я хочу, чтобы ты забыл ее слова. Но она не любит тебя. Это к делу не относится. Поверь мне. Не важно, что она говорит. Она умеет играть в команде, ты понял? Так что забудь о том, что слышал. И никому не говори о нашем разговоре. Понял? Я прошу тебя. Пожалуйста. В Маньчжурии есть обычай. Злейший враг заключенного навещает его в тюрьме и вручает подарки семье. Лошадь или овцу. Тем самым признавая, что он виновен не меньше обвиняемого, а может быть и больше. Ты принес мне подарок, Мейсон? Впервые слышу о таком обычае. Я его выдумал, но в этом что-то есть. Ты сам себе враг. Разве мне уже вынесли приговор? Ты на суде будешь упражняться в остроумии? Ну уж нет. Я не выдам тебе своих секретов. Вы с прокурором наверняка уже обо всем договорились. Уоррен, прокурору не нужна моя помощь. Ты сам вырыл себе яму. У тебя сегодня великий день. Уже чувствуешь запах крови? Мысль об охоте мне нравится. Я представляю, как уменьшается расстояние между тобой и гончими, как они окружают тебя. Конец неизбежен. Как в Алькатрасе, но там у тебя ничего не вышло. Здесь я в родной стихии. Это суд. Кстати, обличительная статья, которую ты опубликовал, не пошла тебе на пользу. Считаешь меня неудачником? Знаешь, в чем твоя беда, Уоррен? Тебя всю жизнь спасали. Я говорю не о твоей семье, а о разных доброхотах вроде Круза. Теперь ему не удастся сломать стены и выручить тебя. Сейчас твоя песенка спета. Ты проиграл. Знаешь, Мейсон, к сожалению, победителя нет. А больше всех не повезло бедняге Амадо Гонсалесу. Его не поразила молния и не сбил грузовик. Он погиб, потому что ты решил убить меня. За это тебя и судят. Ты знаешь, что я не стрелял в тебя. Но разве кого-то волнует правда? Речь идет о мести. Ошибаешься. Я не сомневаюсь в твоей способности убить. Я знаю, что ты ненавидишь меня и наверняка желаешь моей смерти. У тебя есть причина. Я рад, что ты заговорил об этом. Поскольку давно хотел спросить, за что ты ненавидишь меня? Только не говори о семейной вражде. Разве мало твоей попытки прикончить меня? Или того, что ты похитил мою невесту прямо со свадьбы? Да, ты прав.
У нас с тобой мало общего, но в Сингапуре я почувствовал именно ненависть. Потом я узнал, что тебе известно про нас с Кэсси, и решил, что причина в этом, но ведь ты не любишь ее. Так зачем ты купил мои долговые расписки, натравил на меня бандитов и взорвал редакцию? А ты не думал, что за этим стоит кто-то другой? Думал. Но мне кажется, это твоих рук дело. Я не собираюсь разубеждать тебя. Хочешь послушать мою версию? Еще бы. Отлично. Ты уверял всех, что ненавидишь Сиси. Но мне кажется, ты стараешься завоевать его расположение, и поэтому делаешь за него грязную работу, которая имеет лишь одну цель — уничтожить моего отца. А лучший способ достичь этого — уничтожить меня. Твоему отцу нравится загребать жар чужими руками. Вот что я думаю. Надеюсь, у тебя хватит ума не публиковать эту галиматью в очередном номере. Иначе тебя запрут не в камере, а в психушке. Или ты задумал прикинуться ненормальным, чтобы присяжные не признали тебя виновным? Должен согласиться, это хитрый ход. Ты не ответил на вопрос, Мейсон. Пора отправляться в суд, мистер Локридж. Знаешь, Мейсон, ты совершил ошибку. Впрочем, человеку свойственно заблуждаться. Успокойся, Сантана. Прошу тебя. Нет, нет, Сиси, подожди. Ты понимаешь, что значит для нас этот суд? Все будет в порядке. Ты уверен? Абсолютно. Но если хочешь, мы можем уйти. Уоррен должен знать, что его друзья поддерживают его. Я его друг и останусь им навсегда. Ему повезло. Как и мне. Не вмешайся он, я до сих пор находилась бы в клинике. И еще, если б не Уоррен, ты бы до сих пор злился на меня. Возможно. Но мы ведь договорились не возвращаться к этой теме. Сиси, признай, в том, что нас помирил Уоррен, есть какая-то ирония. Это одна из самых странных вещей, которые случались со мной. Знаешь, что меня поразило? Нет, что? Несмотря на ненависть к нему, ты все же пришел сюда и будешь слушать его. Неудивительно, я злорадствую. Сиси, неужели ты и правда считаешь Уоррена виновным? Кажется, мы уже обсуждали это. Хорошо, но мне не безразлично то, что будет происходить в зале суда. Сантана, клянусь, чем бы ни кончился суд, я никогда больше не предам тебя и не усомнюсь в тебе. Обещаю, ты веришь мне? Сиси, рад, что я встретил тебя. Дэвид, я слышал о пресс-конференции. Жаль, что я сам не успел сказать тебе. Здравствуйте, Сантана. Здравствуйте. Я знаю, ты подумывал об отставке, но ты мог бы хотя бы позвонить мне. Я звонил, но ни разу не застал тебя. Давай поговорим обо всем позже. Я понимаю, дело сделано, но мне хотелось бы узнать причины твоей отставки. Конечно. Сиси, мне нужно кое-что сказать тебе. Заседание начинается. Прошу всех пройти в зал. Поговорим во время перерыва. Всего доброго. Леди и джентльмены, пожалуйста, тише.
Вы готовы сделать заявление? Да, Ваша честь. Леди и джентльмены, я Натаниэл Мерли, помощник генерального прокурора, представляю народ штата Калифорния. Моя задача заключается в том, чтобы познакомить вас с обстоятельствами дела и фактами, относящимися к убийству Амада Гонсалеса и покушению на Мейсона Кэтвелла. На основании этих фактов вы примете решение. Я не сомневаюсь, что факты, вещественные доказательства и показания, которые вы услышите, приведут вас к обоснованному и непротиворечащему морали выводу о том, что Уоррен Локридж виновен в убийстве. Ведь у него были средства, возможности и конкретный мотив для того, чтобы убить Мейсона Кэтвелла. В результате был убит другой человек, причем убит не под влиянием сильных чувств, а расчетливо и хладнокровно. Это было спланированное и продуманное действие. Мы докажем, что выстрел, убивший одного и ранивший другого, был произведен из ружья, принадлежащего мистеру Локриджу, и на орудии убийства обнаружены отпечатки его пальцев, а само ружье было найдено в багажнике его автомобиля. Более того, траектория, по которой пуля поразила жертвы, доказывает, что выстрел был произведен с балкона квартиры, расположенной в здании, находящейся напротив оазиса. И эта квартира снята несколько недель назад Уорреном Локриджем. Вам предъявят фотографии Мейсона Кэтвелла, сделанные сразу же после ранения, где на заднем плане вы увидите обвиняемого, стоящего на балконе и целящегося из ружья в ничего не подозревающую жертву. Господа присяжные, в этом деле достаточно улик, и каждый из них прямо указывает на обвиняемого. У нас нет недостатка в свидетелях, готовых подтвердить под присягой, что слышали, как обвиняемый неоднократно угрожал Мейсону Кэтвеллу. У нас есть свидетели, которые расскажут о том, какая сцена разыгралась за полчаса до покушения на приеме в оазисе, организованном в честь помолвки Мейсона Кэтвелла. Куда обвиняемый ворвался с револьвером, на ношение которого у него нет разрешения, и как он публично угрожал Мейсону Кэтвеллу. Молодой человек погиб в расцвете сил от пули, предназначенной другому. Он не успел ничего понять. А тот, кому предназначалась пуля, лишь чудом остался жив. Прежде чем назначить вас в жюри присяжных, вас спрашивали, что вам известно об этом деле. И все ответили, что либо читали, либо слышали о нем. Но вы поклялись непредвзято отнестись к свидетелям и доказательствам, и я не сомневаюсь, что так и будет. Я также уверен, что, ознакомившись с уликами, вещественными доказательствами и свидетельскими показаниями, вы сможете прийти только к одному выводу, что Уоррен Локридж хладнокровно и преднамеренно произвел выстрел, убивший Амада Гонсалеса и ранивший Мейсона Кэтвелла. Как вам известно, на присяжных лежит большая ответственность. Вы знаете, какова цена ошибки. Потому что если вы признаете Уоррена Локриджа виновным, а я в этом не сомневаюсь, я должен буду просить вас объяснить свое решение, согласно которому Уоррен Локридж будет приговорен к наказанию, соответствующему совершенному им преступлению, к смерти.
Авторы идеи Бриджит Добсон, Джером Добсон. На русский язык фильм озвучен компанией «Лайко» Санкт-Петербург. По заказу РТР в 2001 году.